Положительные эмоции. Я скажу так, спасибо команде, тренерскому штабу, всем за... Ну, мы готовились к игре, это очень долгожданная победа, мы ее очень сильно ждали, и вот, наконец-таки, мы выиграли. Дальше больше будет. Ну, и это тоже, ну, все девочки хотели выиграть эту победу, все ждали, поэтому в начале первого тайма, второго разницы нет, мы просто хотели выиграть, и все.